Окей, друзья, следующим нашим уроком является одно очень прикольное движение. Используется оно только в фокусах. Пригодится оно вам может... Хотя нет, вру, не только в фокусах. В играх тоже можно использовать некоторых. Это движение называется сдвиг. Итак, как же выглядит сдвиг? К примеру, я хочу достать снизу бубновую дамочку, а достаю червовую десяточку. То есть еще разочек. К примеру, я хочу достать снизу бубновую дамочку, а достаю семерку крест. Еще разочек. К примеру, хочу достать семерку буби, да? Семерка буби, любимая карта Эдварда Марло. А достаю 8 крести. И так можно повторять до бесконечности. К примеру, 7 крести. Достаю 2 буби. Вот такой вот приемчик, который называется сдвиг. В иностранном языке он называется глайд. Ну что же, теперь давайте перейдем и посмотрим обучение этому несложному приему. Ну что ж, друзья, теперь давайте с вами научимся приемчику, который называется сдвиг. Итак, как выполняется этот прием? Он выполняется вообще просто элементарно. То есть захватывается колода, обратите внимание, как она у меня лежит. Где у меня большой палец, где у меня остальные. Перед самим сдвигом я чуть-чуть вот вытаскиваю фаланги вот этих вот пальцев вперед, чтобы вот эта верхняя как бы кромка, да, у меня упиралась как раз вот в первую фалангу. То есть в первую вот эту вот место сгиба моего мизинчика. Поэтому, когда я переворачиваю карты, чтобы достать десятку, я переворачиваю и в этот момент делаю такое вот движение назад. То есть, обратите внимание, переворачиваю и делаю такое движение назад. У меня работают как бы мизинец и безымянный палец. То есть, я показываю, достаю четверку, да? То есть показываю, достаю десятку. Показываю, достаю четверку. То есть я четверку, допустим, сдвигаю, да? Достаю десятку. И когда возвращаю это все назад, я мизинцем эту четверку возвращаю назад. То есть вот так вот. Сдвинул и вернул. Возможно, вам удобнее будет делать одним лишь мизинцем. Ну, мне еще удобнее делать, например, одним лишь этим пальцем. Одним лишь безымянным. Ну, вообще, я и в паре как бы делаю. Там как получится, понимаете? Раз, перевернул. В этот момент раз, прямо ее чуть сдвинул. Хоп. Хоп. Вот так вот. Этот прием называется сдвиг. С ним можно делать очень много классных фокусов. Ну что же. На этом наш урок окончен, переходим к следующему.